Сейчас покажу вам, что такое рис карри. И если его покупать на вынос, то это самая дешевая еда на Шри-Ланке на данный момент и самая популярная. Рис карри готовят только днем, только можно купить, наверное, с 12 до где-то 3. И я вот купила свой обед за 300 рупий. 300 рупий – это где-то 100 рублей. Так, только брезгливых и слабонервных прошу пролистнуть, потому что я еще сейчас буду показывать, как я намешиваю и ем руками. Такой мастер-класс. Так, вот так выглядит рис карри. Вот это рис. А это, собственно, разные карри, поэтому называется рис карри. Это основной карри, он называется дал. Это чечевица на кокосовом молоке с этой куркумой, поэтому желтое такое. Вот это у нас свекла, тоже на кокосовом молоке. Это не знаю, что такое, местный овощ какой-то, я не помню. И это огурчики, салатик тоже. А теперь буду показывать, как это все естся. Значит, смотрите, теперь нужно все это перемешать. Но не все сразу, потому что если все сразу перемешать, ланкисты считают, что это прямо фу, некрасиво. Поэтому берем понемножечку в ланкистском стиле. Да? Мешаем не вот так, вот как мой сын делает. Ладошку мы не задействуем. Мы только пальчиками, кончиками пальцев вот так берем рис. Нет, сначала нужно дал, давай. Дал возьмем. Дал, да? С рисом немножко свеклы. Ну, вот, предположим, и огурчик. Но я, конечно, не ланкейка, поэтому не супер. Они смешивают так, что получается комок. Очень любят долго мешать. Вот, по сути, вот так получается. Из пальчиков делаем тарелочку и большим пальцем продолжаем. Так, и вот получается из пальчиков как будто ложечка. И сейчас мы направляем в рот и большим пальцем подталкиваем. Подталкиваем, выталкиваем, да? Вот так. Вот так. Пальцы ни в коем случае не облизываем. Это прям плохой тон. Некрасиво. Пальцы потом помоем. Да? Ну и, конечно, перед едой ручки моем с мылом, хотя, по секрету скажу, не все ланкийцы так делают. Приятного аппетита! Также к рису с карри подают пападам. Это такой несладкий соленый хворост, хрустящий. Он продается во всех магазинах, можно купить полуфабрикат и готовить самим. На сковородке с маслом просто они буквально очень быстро сдуваются. Можно даже в качестве сувенира привезти подарка из Шри-Ланки.